Сегодняшняя тема. Как говорится в опубликованном 25 декабря ответе, в настоящее время в Петербурге доставку медицинских работников на квартирное посещение осуществляют 238 автомобилей, дефицит транспорта составляет 30 машин. При этом машина нужна медикам не постоянно, доля визитов врача на дом, сделанных на транспорте, составляет 67,3%, сообщает «Фонтанка». Дмитриева полагает, что дефицит в 30 машин можно восполнить за счет привлечения автопарка предприятий и организаций, особенно с учетом предстоящих праздников и перевода части сотрудников на удаленный режим. В ответе Эргашева о предпринимаемых мерах ничего не говорится. В ноябре в Петербурге стартовал волонтерский проект «Довези врача». Неравнодушные автовладельцы бесплатно развозят участковых врачей к пациентам. Заболеваемость ковидом в городе остается высокой, на каждого врача приходится до 30 вызовов в день, служебного транспорта на всех не хватает. Как волонтеры вывозят городскую медицину, узнал. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.